Всем привет, мои дорогие подписчики, гости канала. Выходные проводим на даче. Посмотрите, познакомьтесь с кисой. Привет, привет. Поджигаем траву. Собрали вот. Да, сюда в этот специальное место отведенное. Сухую траву набрали. Вот с того участка много травы набралось. Вот столько. Вот. Какое у нее уютное местечко. Это как кошку зовут? Груша, да? Дуся? Дуська? Дусь? Красиво на фоне заката. Красиво смотришься. Дусь, очень красиво смотришься на фоне заката. Чё ты там? Ой, пошла, побежала. Куда бежишь? Далеко? Ага, когти поточить хочется. Скажи. Очень хочу когти поточить. Ладно. Так, давайте посмотрим следующий эпизод. Этот наш красивый огонек. На что можно смотреть вечно? На воду, на огонь. И как кто-то работает, правильно? Смотрим на огонь. Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. И от него так тепло, хорошо. Вот. Так-то у нас еще там есть мусор. Сейчас принесу. Красиво. Быстро горит, прогорает. Все, трава сухенькая. Вот еще один экземпляр. Этого кота мы называем хомяк. Он недавнешний. Недавно сюда прибился. Тоже ходит. Питается, да? Хомяк, кс-кс. Скажи, мне здесь очень нравится, но мы так думаем, что он старый кот. Вот он. Иди, какая ты холошка. Ну, прям во всей этой попозировал. Посмотрите, какое красивище, да? Хомяк, любишь сниматься на камеру? Хома. Да, кошечку зовут Хомяк. Смотрите. Вот и прогорает. Ой, сильно тлеет, много искр. Что-то это моментально загорело. Моментально. Ну, вот, он меня полюбил. Нет, нельзя. Иди гуляй. Фу. Так. Упала кучечка. Упала вот так вот, хорит, накарает. Сейчас будем еще донашивать остатки травы. Сейчас вот этот кусок мы... Вот этот кусок делали. Смотрите, сколько еще тут травы осталось. Раз, два. Нет. Все, кошка пошла гулять. Так. Ну, я думаю, что сейчас уже можно доносить. Пока это будет прогорать, сейчас мы еще принесем травки. И на этом закончим. Закат вот такой у нас красивый. Сегодня было ясное небо. Такое прям голубое-голубое, без единого облачка. И сейчас на небе, посмотрите, ни одной тучки. Вот. Так, вот так вот котик этот может сидеть целыми днями вот в этом месте. Это его место, он его как приватизировал. А другие кошки сейчас за ним очень любят повторять тоже. Садиться сюда. Уже остатки травки, которые мы дожигаем. Вот что. Уже тлеет потихонечку. Тут видно, она сыровата. Ну, уже в основном все прогорело. То, что мы вот это все... собирали языки пламени. Еще там, где сухенько, так уже тлеет. Вот у нас солнышко все окончательно село. Уже к вечеру дело. Ой, костер. Где-то какая-то травинка попалась сырая. Стреляет. В общем, вот так. Так, все. Завершаем сегодняшний день.
Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами была Идея молодой хозяюшки. До скорых новых встреч. Всем пока-пока.